себе вес. Добрый вечер, друзья мои. Посылочка пришла в конце-то концов, долгожданная. И уже не первая, хотя много чего вы и не видели. От подписчицы из Германии далекой. От нашей Юточки любимой. К праздникам рождественским, как бы так, к Новому году, возможно, к началу зимы, я не знаю, к чему приурочено, но решил человек послать, как бы поддержать, подогреть. Тут адрес? Адрес никому не нужен, да, конечно. Давайте же вскрывать, потому как не терпится посмотреть, что же там. Ну, наверное, снизу, внутри. Это же из-под бананов ящик. А, тогда? Да. Куда тут вход? Ну, крышка снимается. Внизу там должно быть. А, банановый ящик. Банановые ящики в основном с банановых республик шлют. А это все-таки Германия. Могли бы в деревянном контейнере прислать. Вот. Сколько идет посылок из Германии сейчас? Дней 10. 10 дней пути. И вот она у нас. DHL-ом пришло. Держи, пожалуйста. Это нам все. Все не нужно. Все не нужно. Вот, как приятно получать такие вот посылочки. И нам приятно, и Юте приятно, потому как она нам делает приятно. Да, но приятно делает всегда приятно. Что, Емельева? В общем, давайте поподробнее это все рассмотрим. Такие мочалочки у нас продаются в большинстве магазинов. Но в хозяйстве всегда пригождаются. То есть, как бы, не знаю, давай куда-нибудь, да. С ящичка в ящичек будем перекладывать. И бумага туалетная, ну, тоже всегда нужна. Пахучая, кстати, пахнет каким-то порошком. Там, может, порошок стиральный. Я начал не понюхать бы чистую бумагу. Да, грязную уже нюхать нельзя. А чистую как-то так. Перчаточки резиновые. Такая вещь очень пригождается на работе. Моя специфика работы такова, что иногда руки бывают грязные. 100 резиновых перчаток, нарисованным чесночком, ну как бы для кухни, ну на работу пойдет. Спасибо, Юта, это очень незаменимая вещь. Очень-очень. Слушай, баллончик я похож на газовый, какой-то, значит, перцовый такой. А это, я не знаю, что, но для мужчин, шеф, для бритья. Это какой-то крем для бритья, скорее всего. Гель. Гель? Не, пенка. Не гель. Пенка, да? Ну, да. Пенка. Ну, в принципе, будем применять. Есть станочек, бреюсь с электробритвой. Ну, иногда бывает, приходится пользоваться станком, там, где нет электросети, но вдруг там в лесу я окажусь, аккумулятор на бритве сядет, пенка пригодится, конечно, обязательно будет с собой. Средство для мытья посуды, тоже вещь нужная. Пахнет, не пахнет. Ну, пойдет, пойдет. И за это. Слушай, тут для меня еда. И вот эти вот прокладки все, это как бы, я не знаю, зачем, зачем это мне? Это все тебе. Хотя можно прокладки стелить в обувь. Ну, вместо устилок, да, во влажную погоду. Такая прокладочка напитает в себя влаги. Лайфхаки. А если у кого ноги потеют, так вообще тоже незаменимо. Весь пот будет собран. А крылышками так можно еще ногу обвернуть. Я показывать не буду, как я сам смутно представляю, но я где-то слышал, что кладут в ботинки. А я чем? Памперсами, да, в машине выкладывал дно, как-то воды попало в салон много. Памперсами уложил, памперсы напитывали себя. Ну, можно это делать и прокладками. В общем, я не знаю, тебе пригодится, я думаю. Ну, или кошке. У нас еще кошка есть, прокладки для кошки, ну, такие маленькие. Так, это самое, глянь, колбаса, колбаса-то какая, сервелат,
Не, это солями. Солями. Шпиц, как свиная какая-то солями. Гляньте, какая колбаса замечательная. Я бы сейчас с удовольствием развернул, конечно, попробовал. Но если я начну ее пробовать, это пол качалки просто уйдет. Уйдет. Немецкая. Немецкая. Гляньте, эти зарядки. Зачем-то. Вот это как у меня с Nokia такая. Да, глянь, зарядная Nokia. Слушай, она что-то писала, что вышли телефоны. Наверное, где-то есть и телефоны. LG и Nokia. Две зарядочки. Сейчас мы найдем к этим зарядкам телефоны, я так полагаю. Не зря они тут лежат, ой, не зря. Так. Это тоже что-то съедобное. Нарисована малинка, нарисована клубничка. Там, наверное, что-то желейное. Да, это желейная конфетка. Перентраум. Панакота. Панакота это что? Вот да, он. Вот, панакота пришел. Панкот. На, это тебе. Желейные конфетки панакота. Залазь, включай, трав. Да, вот, по-моему, еще такое же. Не панакота, но на ощупь такое же мягенькое что-то. Вот это мы сегодня напробуем. Вкусно будет. Ах, панкот. Доставай, что там следующее. Не переживай, давай, смотри. Мультинорм. Это, похоже, витамины были у нас такие, да, мультинорм. Это не витамины. Это 200 миллилитров чего-то, а? 20. Ой, 20. 200, говорю, ничего себе. Пузырек какой могли бы уместить. Это вода стерильная, морская. А, так тут нарисовано, да, вода. Стерильная морская вода в нос. Ну, вообще уже придумали. Скоро будут пузырьки выпускать со стерильным воздухом в рот. Не, ну для промывки носа, да, применяется. Ну, то ж под давлением пузыречек. Помнишь, у нас был такой чик? Ну, это спрей такой, дерзкий. Все понятно. Детский, дерзкий спрей. Кот, держи. Панкот. Подкотище. Эх ты, блин, ты моя тварюка. Беги. Продолжим. Чаек. Чаек. Юта, мы твой чай пьем, кстати, с удовольствием. Те две пачки еще не допиты. Вот пришла пачечка нового чая. Пойдет на ура. Еще какая-то зарядка? А, не, не зарядка, наушники. Класс. К какому-то из телефонов наушники. Еще наушники. Короче, две зарядки, двое наушников. А такие вот наушнички вакуумные. В уши будем вставлять. То вставляются, даже держат. Ну, в мое детский ухо влазит, отлично. Пускай. Есть еще самсунговская зарядка. Так это самая. Тут это айфоновская штучка. Айфоновская зарядка. А вот и сам айфон. Юта, ничего себе. Это же айфон. Айфон 5. Ну класс, ну спасибо. Замечательно. Он рабочий. Вот как-то включать надо по-особенному, да, наверное. Разберемся. Разберемся, это может быть. Надо на зарядку поставить. Тут-то благодарим, благодарим. Вот к нему зарядка. Угу. Держи. Разбирайся. Еще наушники. У нас теперь этих наушников на всю семью и на кота. Кот теперь может слушать музыку. Не, кот наушники погрызет, конечно. Ага, вот еще один телефон нашел. LG. LG. Так сказать. В металлическом корпусе. Dolby Mobile написано, или Dolby, с камерой, прям, ну, круто. Он не раскладной, это не раскладушка. Да, это тебе будет. Спасибо. Это все Тёма. Это все Тёма. Теперь Тёма у нас с двумя телефонами. Еще какие-то конфетки. Конфетки сосательные, с витамином С. Такие полезные, наверное, лечебные. Возможно... Кашля может.
Может и от кашля, да. Тут целая таблица написана состава этих конфет. На, кот, там кот. А тут чудеса не заканчиваются. Мультинорм, Бэтмен, Киндер, что-то, что-то киндерское. Пластырь. Давайте откроем, посмотрим. Ты думаешь, а, да, пластырь нарисован. Да. Специальный детский пластырь. Он, наверное, даже с мультиками какими-то. А с Бэтменом. Да, там Бэтмен просвечивается. Теперь ребенку будет в радость себе разбить коленку и с гордостью заклеить ее пластырем с Бэтменом. Надо себе в машину, в аптечку положить такой. Положи. Обязательно. Тоже приду себе, наклею куда-нибудь. Я Бэтмен. Папа Бэтмен. Держи. Так. Есть дезодорант какой-то, походу, женский. Омбиа Фреш. На, ты будешь мазаться, чтобы потом не пахнуть. Фу. Не, ну, вроде бы от тебя не замечено, конечно, да. Ну, чтобы и не было никаких наметок на этот запах. Вот, пользуйся, обязательно используй. Спасибо, Юта, за пахучую Татьяну. Тут еще есть кухонные мочалочки, тебе драять посуду. Мойку, посуду, вот их уже 4. Ага, ага. Дезодоранты, походу, на всю семью опять-таки. Да их там, видимо, невидимо, слушай. Синий. Синий там мужчина. Зеленый. Снова синий. Снова зеленый. И вот такой вот еще салатный. Короче, для мужчин, для женщин. А это для кого? Для неопределившихся лиц. Если непонятно, ты мужчина или женщина, можно мазаться салатным. Да. Да, туда складывай. Ладушки. Пахнет? Пахнет. Цитрус. Хочется аж укусить или лизнуть хотя бы. Попробуй. Колбаса. Колбаса, колбаса. У нас вперемешку сразу тут идет и бытовая химия, и косметика, и продукты. Сегодня праздник колбасы, Юта. Наконец-то наедимся. Живу впроголодь, жена не кормит. Вот это хоть ты поддерживаешь. Что чаек, то колбаска. Теперь вот дезодорант, хоть тут не завоняемся теперь нам. Хорошо. Вот сверху лежат и напрашиваются какие-то конфетки. Нет, это печенька. Печенька. Аж. Не, ладно. Потом будем распаковывать. Очень хочется распаковать, попробовать. Попробуем. Тут какие-то 4 печенюшки. Глянь, в такой упаковке, в красивой упаковке, 4 каких-то пряника тульских. Да, посмотрим. Да подожди, посмотрю. Надо распаковать и отведать. Нож не фиксируется. Кот, тебе не интересно, сиди зевает. На, ножом хоть поиграйся. А пахнет как вкусно. Ты понюхай. Тут за кадром сидит дегустатор. Сразу все оценивает, нюхает, рассматривает. А кот побежал. Куда вы? Уже кусает, уже все. Вот то отдал пряники, теперь с концами. Как и вкусно. Да еще бы. Сейчас я вам скажу. Он действительно. Там миндальные лепестки, видишь, на нем сверху. Угу. Ну что так. Да, вот. Коту нельзя такое. Коту нельзя миндаль? Ну, сладкое нельзя. Миндаль не сладкий. А печенье классное. Классное. Вообще классное. Нет, за кадр отдавать нельзя. Я тут поставлю. А то не будет. А кот на то же место пошел, сел. Он там себе место нагрел. Есть еще чаек. Непонятно, что-то там с медом. Мед нарисован, ромашка какая-то. О, это в баню классный нам чай будет. В баню берите себе Ахмат. Или 3 слона. Вот еще какой-то пластырь. Не, не пластырь. Таблетки биотин. Что знакомое? Биотин это для роста волос. Для укрепления волос. 60 таблеток. Классно. Для укрепления волос. Волосы начинают расти даже там, где не росли никогда в жизни.
На щеках, на языке, на ладошках у кого-то. Имейте в виду. С биотином осторожнее. О, вот еще есть такие 4 пряничка. Точно такие, да? Да, не знаю. Ну да. Класс. Такие точно. Юта, спасибо. Уже пробуем, уже каштуем. Сейчас дети тоже порадуются. А тут нескончаемая коробка. Еще сладости. Еще. Гля, какие штуки. И написано био, оно живое, скорее всего. Оно может само уползти. Разберись, пожалуйста, тут что-то с шоколадом, а что-то с какими-то колосками нарисовано. Наверное, зерновые там. Это овсяное печенье. Овсяное печенье? Одно шоколадное, одно такое. Понятно, овсяное печенье. В такой необычной упаковке. На ура пойдет с утра под чаек, кофеек. Есть шоколад. Ой, немецкий. Класс. Прям на немецком языке что-то написано. Аж хочется по-немецки зарохаться и посмотреть какое-то немецкое кино. Шоколад не дам. Пускай лежит. Не, ну мы не будем распаковывать, все пробовать, как бы так вкратце. Давайте все посмотрим, скажем спасибо Юте. А вот это я тут не пойму, что это такое. Дай посмотри. Нарисовано что-то с вкраплениями изюма, типа как. Что-то печеное, наверное, из теста сделано. Посмотри, это как пряник, да, типа как пасочка. Это рождественский штоллен. Рождественский штоллен? Это национальная германская, это как рождественская выпечка. Ну понятно, все-таки посылочка к Рождеству, Юта. Ее выпекают за 3 недели до Рождества, за 3-4 недели, он должен остояться. Это кекс такой. Ничего себе. Короче. Изюм вымачивается в спиртных напитках там. Специальный немецкий штоллен. Да. Очень ну да, написано, штоллен. Буттерштоллен. Ну, традиционная рождественская выпечка. Да. Ну, спасибо. Попробуем. Она одна? Не знаю. Одна. Наверное, этой выпечки много не бывает, потому что вот такая вот она одна. И, наверное, немцы ей очень дорожат. Мы попробуем ее там. Не, как-то я помню. Чудо-кот. Чудо-кот. Есть еще чаек. Какой? Еще какой-то с медом. Ну, не такой, как этот, глянь. Тут... А, тут просто рисунок сместился. Наверное, такой же точно. Не, не такой. Один что-то с... Я не понимаю. Надо, чтобы по-русски было написано. По-русски сразу читаешь, там чай черный, чай не черный. В общем, профан я в чаях. Скажу вам сразу. Еще нашелся телефон. Nokia 2210. Не, это какой-то не металлический вещь. И даже работает. Для класс. 3 телефона. Юта, спасибо. Во, какой теперь я с ним буду на работу ходить. Такой маленький телефончик, аккуратненький, железненький. Да. Раньше, наверное, круто было, да? 2 мегапикселя камера. Фоткать можно. Держи, разберись, как включается камера. Сейчас мы сфоткаемся, ну, селфи сделаем, в конце концов. С какого телефона, да? А не там немецкой симки. Да я думаю, что может, нет. Немецкая симка с немецким счетом была какая-то. Да через. Нет. Через роуминг могли бы звонить. Он да? Сразу включается, там аккумулятор разрежет. Жаль. Тогда вот тебе, как любительница сыра, кусок 40% какого-то. А, он уже резанный даже. Глянь, порезанный сырочек. А ну на, прочти. Ты больше шаришь в немецком языке. Класс. Класс, говорит. Это что-то съедобное, я не пойму. Да. Я нигде такое не применял, я не знаю куда. Патронтаж. Патронтаж. Это ваш патронтаж. Дальше, еще какие-то сладости. Вот это дети объедятся. Теперь у детей, возможно, будет диатез. Это все какая-то акция. Глянь, шоколадная, не шоколадная. Опять какие-то колоски. Там, наверное, батончики какие-то. Что-то трусится, да, что-то внутри есть.
Ой. Она открывается как-то по-непонятному, по-немейтике. Давай я. Да. Беда, и ты сразу начнешь поедать. Да. Батончики. Зерновые. Попробуй. Зерновые. Расскажи. Да. А мы сейчас один из них испробуем. Батончик как батончик. У нас тоже продаются какие-то зерновые батончики. Но тут же ж немецкий. В чем кайф? Ты не так открываешь. Оно ж может так, как для продажи, да, распаковывается, стоит на витрине, открыта коробка. Ну я по-домашнему. Как я еще могу открыть? Чувствуется, что зерна. А шоколад внизу есть? Тут нарисован. Зерна перемелені. А донышко? Шоколада нет. Нету? Нарисован шоколад? Шоколада нет. Может, они тут раньше? Обманули. Хотя нет, одинаково. Вероломно, в 4 утра. Ну ладно, не об этом будет. Кот. Ах ты, кот. Туда. Спасибо, Ля, тоже вкусно. Не, какой-то он... Что-то входит в состав интереснее. Это, наверное, надо жарить колбасочки такие. Колбаски для гриля. У нас как раз и гриль есть, и сковородочка специальная. Глядь, сколько тут штук. Их можно нанизать на палочки, так пожарить на костре. Но я думаю, как раз на сковородке они пожарятся. И вот туалетная бумага потом пригодится в конце пищеварения. Алло, зерновой какой-то кусочек застрял в горле. Ой, хорошо. Что тут есть? Шампунь? Нет, душ, гель. Гель для душа. Пахнет чем-то женским. Гель универсальный. Не написано, что для женщин, для мужчин. И непонятно. А, да, Германия, Германия. Все из Германии. Никому не покажу. Есть еще гель. И еще гель. Глянь, всех цветов радуги, короче. У них там принято, чтобы разных цветов радуги были люди. Вот и гель такой теперь. Опять-таки, мужской, женский и непонятно для кого. Лаванда. С лавандой понюхаем. Вот это запах прикольный. Горная лаванда. Классно. Кальций. 500 миллиграмм. Витамин D3, витамин С. Слушай, вот это вещь. Причем от мультинорм фирмы. Тебе не хватало кальция? Зубы крошились? Было такое? Не, не было. Кости не ломались. Теперь с новым кальцием это вообще не будет. Шипучки, классные витамины вообще. Витамин С просто. И какой-то комплекс витамин, судя по всему, мультинорм. Шипучки, я не знаю, да? Шипучки, да. А, ну да, нарисована таблеточка сразу с пузыречками. Кидаешь в чашечку, шипит. Классно. И употребляешь. И тоже трех цветов. Что-то все трехцветное. А, не, вот еще нашел зеленое. Витамин Е, витамин В комплекс, витамин С. Тут даже непонятно, что надо пить первым делом. Витамин С, мультивитамин. И тут вроде как тоже мультивитаминный набор. Может, для этого нужен рецепт какой-то, нет? Нет. Это как у нас в АТБ продаются, да, витаминки? Да нет, ну это покруче. Покруче. Есть зубная паста, и не одна. Тоже разных цветов, я не знаю, для зубов, наверное, не для зубов, может, для языка. Специально паста для нёба. Спермент. И детская даже, глянь, одна детская. Тоже, наверное, не паста. 4 зубных пасты, Юточка. Да мы теперь... Будем с белыми зубами. До этого с черными ходили. До этого не чистили было, просто нечем, пасты не было.
страдали, чистили палочкой. Бамбуковую палочку пожуешь, зубы почистишь. И все. Да. Это какой-то крем. Непонятно что. Ну, по-моему, крем для рук. Держи. Да, жирненький, хорошенький. Пахнет-то. О! Обалдеть! Так запах не передашь. С морскими минералами. С морскими минералами. Я думаю, у меня руки как в морской воде. Вот шампунь. Есть шампунь. Мне кажется, он детский. For kids. Да. Это для нашего микрочеловека. Надо попробовать ему голову помыть. Это что-то похоже на кошачий корм. Кошкин корм. Кот. А, кот? Панкот. Это тебе. На. Так даже кот какой-то немецкий нарисован. Гляньте. Он такой не наш какой-то. Да. У нас не бегают такие коты. Глаза хитрые, главное, такой. Чуть не в каске. А тут еще есть сироп. Ну, судя по весу, да? 100 миллилитров. Там сироп. Гля, кот, которому не угодишь в питании, он сразу ест этот корм. Да ему что не дай, дай нутру, дай роял канин, он будет носом воротить. Не, ну нутру жирную, конечно, и поедает. Ну так, да, говядинку кривя носом. А это ест. Ну это не корм, это лакомство. Лакомство? Угу. Витамин. Где ты тут видишь написано? Ну вот таких корм не продают, обычно лакомство. Ну вообще да, 70 граммов корма купить коту, это так издевательство. Полакомился? Все, молодец. Иди спать дальше. Сироп. Сироп от горла или для горла. Да? Чтоб не было горла, в общем. Держи. И еще один такой же сироп. Эхинацея. А это горло увидел? Нет, ну там нарисован человек с горлом. Может от кашля? Ну, для детей написано. Киндер. Сироп для кашля. Ну, разберем. Наверное, от кашля сироп. Тут написано 1,7% алкоголя. Это явно не детский. А то дитё у нас ему кушается, будет пьяный-пьяный. А, вот я нашел еще Штоллен. А я говорил, что он один. Теперь у нас два Штольня. Штоленя. Ну, Штоллен один, а несколько Штоллен. Пять Штольней. Не, они разные. Этот красный, этот синий. Ну попробуем. Попробуем и тот. Юта обязательно напишем, выскажем свое мнение по вашему рождественскому штольну. И он такой, да, свежий, плотный. Знатоки говорят, что делают их исключительно перед Рождеством. Ну вот мы на Рождество и попробуем. Еще есть колбаска. Колбаска, нет, это еще не колбаска, это сырок. Какой-то необычный сыр, типа нашего янтаря, наверное. 30%. Копченый попробуем, обязательно. Есть такие колбаски. Это были сырые колбаски, это уже готовое к употреблению. Это острое что-то, походу, будет. Это помидорное. С макаронами все пойдет. И острое, и не острое. Есть еще крем с оливками. Да, оливки тоже ручной крем. Держи. Это тебе. Все поровну. Видишь, тебе крем, мне колбаса. Вот еще батончики. Батончики, блин. В общем, нам этого ящика теперь хватит на долгие года, если его, конечно, не трогать и никуда не использовать. А кот, глянь, нюхает, коту понравилось. Кот знает, что тут лакомство. Юта, твое угощение даже коту пришлось по вкусу. Держи, кот.
Хват. Не, не хочешь. Ну, все. Еще есть шоколад с кокосом. Или кокос. Я не пойму. Юта. Че ты ползаешь? С зарядкой. Телефона. Привет. Так, дальше. Дальше. Это, наверное, паштет. Лебер... Я не могу читать сходу. Мне надо сначала прочесть по буквам. Лебер... Вурст. Что это такое? Вот что это такое? Что это? Либервурст. Даже кот на меня смотрит паштет. С непониманием. Ну я понимаю, что паштет. Мясной. Хорошо, попробуем, попробуем. Да. Это, наверное, какие-то полуфабрикаты. Гляди, похоже на наши котлеты, как продаются. Котлеты с сыром. И вот еще такая же упаковочка. А сзади нарисована печь, да, надо разогреть, положить на сковородочку, а можно во фритюре даже можно жарить. Что это такое? Котлетки с сыром, с камамбером внутри. Лишь написано камамбер. Я чувствую, сейчас будет очень вкусный, очень поздний ужин. Даже, котлетки. Скорее всего, не котлетки, а сыр в панировке. Сыр в панировке, да. Да! Кот! Да. Сыр в панировке – это то, что надо. Кофе растворимый. Что знакомое название? Мы, наверное, такое уже где-то с тобой употребляли. Вот это ароматизированный, зелененький. Вот, кот вот. Сидит. А кота можем отправить обратно. Поедешь. Наш, истинно наш кот приедет в европейскую Германию. И местным кошкам. Да ничего он местным кошкам не сделает. Он же ж этот. Он у нас... Любимчик. Да, любимчик. Любесеньки. Любимчик и все. Просто любимчик. Тетям напиток. Вот это классно. Вот это вещь. Это... Даже я такое пью. А коробочки можно использовать куда-нибудь под детальки. Или вот супруга под косметику может использовать. Да, конечно. Спасибо. Сюда вот душки сложишь свои. Ага. Тёма, золото. Не, можешь, в принципе, для этого ящик использовать, если коробочки не хватит. Гляньте, какие шоколадки. Гляньте, какие шоколадки. С орехом. Орехов больше, чем шоколада. Вот это вот я люблю. Ну это детям. Детям. Детям можно же и не показывать, правильно? Сказать, что не было. Не было ничего. Все наше. Все исключительно наше. И кофеек. А кофеек-то такой в брусках. Это что, кусковой кофе? Как сахар кусками был. Так. Вакуум. Так и кофе. Хороший вакуум. Юта, вот это большое спасибо тебе за такой подогревчик. В долгу не останемся. Исполним для тебя немецкий танец. Выучим какой-то немецкий стишок. Снимем, в конце концов, немецкое видео. Чего ты? Я в одиночку не могу. В одиночку не получится. Ящик подарков. Дети будут довольны. Сейчас придет старшенький, покопается, скажет, классно, все отлично. Что ли мы сохраним до Рождества? А может и не сохраним. Напиток сейчас сделаем, колбаску сейчас пожарим. Пол ящика сейчас уйдет. За сироп отдельное спасибо. Сейчас холода надвигаются, и болезни, горло. Это как заположняк. Будем лечиться. Что могу сказать? Присылай еще. Всегда рады. Очень любим. Очень-очень любим. Печенечко придется доесть. Да. Ой. Как это бедное почтальон, я не знаю. Как оно в почтовый ящик влазит, в конце концов.
Он раздувает. Айфоном вообще порадовало. Теперь наконец-то в нашем рубежном хоть у кого-то появился первый айфон. А так все ж ходили с Нокиями 11.2.0, с ламповыми телефонами, телефон-автомат использовали. Теперь будет Apple, яблочко. Спасибо, Юта, большое спасибо. Удачи тебе там в твоей Германии. Если что, пиши нам, если будет тяжело, может, мы тебе посылочку соберем. Скинемся, кто чем может. Все, целуем, большое спасибо. Да.